Приветствую вас, дорогие друзья! Спасибо, что заходите на мой канал. Сегодня я хочу признаться в любви к Лоранс. Мне очень нравится косметика Лоранс. Почему? Средства, которые были мной приобретены от этой компании, от этого бренда, доставляют мне огромное удовольствие. Ни в одном из них я ни разу не разочаровалась. Такого не было пока еще ни с одной компанией косметической, средствами, которыми я пользуюсь. Что есть в моей коллекции? Ну, скажем так, что осталось в моей коллекции? Если вы видели хотя бы несколько моих роликов, то уже знаете, что сейчас я очень увлечена поиском бюджетных средств, средств из серии масс-маркет, как они теперь называются, которые бы заменяли люкс, так как мне стало приятно экономить. Но все-таки Лоранс мне не может заменить ни одна пока еще компания. Такими средствами я очень люблю пользоваться и зимой, и летом, и даже наношу эти средства при походе в фитнес-клуб и в течение занятия могу не умываться. Это тональные средства в увлажняющем креме. Пока аналогов данному средству я не вижу. HydraQuant Tint Moisturizer. Здесь есть SPF 15. У меня есть два тона. 00 это самый светлый. И тон 01. 00 подходит мне всегда, постоянно. Он сейчас у меня на лице. Он абсолютно незаметен. 01 Tint, да, Moisturizer. Подходит мне, когда я чуть-чуть подзагорела. Когда тон лица слегка меняется от нормального, обычного моего. То есть очень-очень светлого, к более такому золотистому. За что я люблю эти средства? Они абсолютно натурально выглядят, они совершенно прозрачные, они дают такой тонкий, невесомый результат. Прежде всего, это уходовое средство, которое попутно еще сглаживает какие-то небольшие недостатки. Маленькие веснушечки у меня бывают летом. Я с удовольствием приобретала Лоранс. И буду его приобретать, если не найду ничего похожего в масс-маркет, чтобы мне могло его заменить. Это SPF 30 от Лоранс. Замечательное средство, которым я постоянно защищаю свою кожу. В течение лета, если это городская защита, то этого достаточно. Если мы не едем никуда, да, на солнце, но на солнце, естественно, у меня будет другой крем SPF 50. Что мне в нем нравится? Вот именно в этом. Он потрясающе лежит под макияжем, на нем не скатывается ни одно средство. В этом средстве очень много уходовых компонентов. Он такой жирноватенький немножко, да, для начала, потом он впитывается. Ну и для девушек, у которых сухая, смешанная и нормальная кожа, он подойдет идеально. Лоранс есть сейчас вот такой, вот у меня пробочек такой, который мне подарили. Ну, в принципе, этого пробничка хватит раз, наверное, на 5-6 применения, пока не стала покупать, все-таки довольно дорого. Multi Perfection, тоже UVA и UVB лучи SPF 50 на лицо. Это такой тонкий-тонкий флюид, который гениально впитывается и идеально защищает лицо. Вот уже сильная степень защиты. Это средство уже прекрасно подойдет для защиты на море. И то, и другое отлично сидят под макияжем, если вы будете потом его наносить. Очень их люблю. Очень тонкий, приятный аромат ванили. Очень люблю эти средства. Следующее средство в бренде Лоранс, которое мне очень и очень нравится, это вот такой вот серум Anti-Pore Dilatus, который сужает поры. То есть это средство я использую в летний и весенний период, когда хочу, чтобы моя косметика держалась идеально. Т-зона обычно у меня бывает довольно такая, скажем, влажная, жирненькая в период жары. Именно в период жары. Ну, как бы в Москве жара бывает не часто, но все-таки бывает. Также я беру это средство с собой в отпуск. Также очень приятный, такой очень деликатный аромат люксовой косметики. То есть вот так можно сказать, он с помпой, очень удобно. Выдавливается понемножечку, что как раз и нужно для зоны Т, поскольку в остальных местах мне не требуется такого ухода дополнительного, да. Но вообще, девушки, для тех, у кого
И, кстати, молодые люди тоже могут этими средствами пользоваться. У кого очень жирная кожа, в принципе, могут наносить в течение дня для того, чтобы сузить поры. Действительно замечательно работает для жирной и смешанной кожи в зоне Т особенно. Жирная кожа, вы страдаете от расширенных пор. А с возрастом, кстати, это очень часто случается, да, поры действительно расширяются. И бывает такое, что в зоне Т вообще очень сильно видны поры, туда даже проваливается тональное средство, что не очень, как вы понимаете, красиво. Так что вот это средство я вам смело могу рекомендовать. Единственное, куда его не стоит класть, это под глаза. Ничего пока лучше я не встречала, по крайней мере на мне оно работает идеально, очень его люблю. Ну и упаковочка лаконичная, стеклянная, тяжеленькая, но что мне нравится в Clarins, они не делают гигантские банки, то есть можно приобрести, конечно, и больший вариант, есть какие-то средства, которые выполнены чуть в большем варианте. Все эти средства не занимают много места в чемодане, в сумке, в косметичке. Упаковка лаконичная, красивая, все продумано, но, друзья, это люкс, что тут говорить. Когда я приобретала SPF и вот этот серум, я получила в подарок вот такое вот средство. Без этой вещи я абсолютно спокойно могу обойтись, но то, что мне его подарили, мне приятно, конечно. Это пеночка такая с маленькими эксфолиативными искусственными такими частичками, которые не травмируют кожу. Конечно, есть приятное ощущение такого мягкого очищения. Не стягивает кожа после этого. Могла бы я без нее обойтись? Да, конечно. Приятно, что мне ее подарили? Да. Я благодарна. Следующая масочка, которую мне также подарили в Rive Gauche на клиентский день. Крем-маска экстра-увлажняющая. Здесь гиалуроновая кислота, здесь супер-увлажнение. Вот действительно такое сильное-сильное увлажнение, которое, опять же, в принципе, мне может дать другое средство, но ощущения всегда чуть-чуть другие. А это дает очень приятный финиш. Кожа такая увлажненная, легкая и не перегруженная. Мне нравится. Следующее уходовое средство, о котором я хотела бы поговорить. Замечательное, потрясающее, быстро впитывающееся, сухое так называемое масло с орхидеей. Средство очень многофункциональное. Кстати, этот аромат и примерный набор масел L'Oréal серии «Роскошь питания» постарался скопировать. То есть, действительно, аромат очень сильно похож. Это настолько качественная продукция, за которую действительно стоит платить ту цену, которую она стоит. Да? Это люкс с наиболее удобоваримыми ценами. То есть это самые демократичные цены. Это цены Clarins. Поверьте мне, я очень много пользовалась люксовыми средствами. Как я пользуюсь этим маслом? Оно очень многофункциональное. Как я уже сказала, я могу использовать его как самостоятельное средство. Когда тоник чуть впитывается после умывания, я могу тонким слоем нанести это на лицо и зону декольте. И уже после того, как это хорошенько все впитается, а занимает примерно это 10 минут и полностью практически впитывается масло. То есть это действительно питание, это еда, масла это еда. Когда я делаю вот такую вот масочку, да, из масла фактически, несколько дней у меня кожа мягкая, напитанная и не образуются никакие заломчики и так далее. То есть фактически, опять же, можно ли его чем-то заменить? Да, можно заменить роскошь питания L'Oréal. Но, опять же, эффект чуть-чуть другой. Что-то там такое прям молодцы в Clarins разработали, что действительно очень сильно их уход, их косметика отличается от всего остального. Действительно стоит каждой копейки. Еще одно уходовое средство, дальше будет декоративная косметика. Это маска под глаза. Увлажняющая и питательная маска под глаза. Она позиционируется как средство от темных кругов под глазами. Ну, у меня больших каких-то сильно темных кругов нет. Все, что я называю темными кругами, это сосудики, которые у меня очень видны сквозь прозрачную кожу. Так было всегда, всю жизнь у меня были такие круги под глазами, которые я чуть-чуть маскировала мамиными средствами. И что бы я советовала обязательно делать девушкам после 30, это ухаживать за кожей под глазами. Она первая стареет, здесь в первую очередь появляются морщинки, и вот такие вот средства незаменимы. Он очень кремовый, текстура у него очень кремовая, опять же, у него такой легкий-легкий аромат, ну, еле уловимый. Кстати, пробники иногда
в магазинах могут давать совершенно другой аромат, просто потому что они старенькие, долго стоят и могут портиться. Всегда специально для вас уточняю, есть ли аромат у средства того или иного, и хороший ли он или плохой, потому что есть люди, которые вообще не выносят ароматы, и я хочу быть полезной для вас. Итак, эта маска мне очень нравится, вполне возможно, когда она у меня закончится, я приобрету ее снова. Теперь у нас декоративная косметика. Это румяна, вот такой вот матрасик из полосочек, прямоугольничков и квадратиков. Это 02 номер Soft Peach. Приобрела его в рефиле для того, чтобы вставить в свою коробочку, которая у меня была с похожими румянами, но другого тона. У меня были розовые. Но, к сожалению, коробочку я эту разбила. Если смешать все цвета, вы получите в итоге просто какую-то невесомую пудру персикового, очень нежного такого цвета. Я не воспользовалась этими румянами, потому что у меня на губах розовая помада. По тону они мне немножко не подходили под этот макияж. Здесь есть такой мелкий-мелкий золотистый шиммер, не шиммер, даже не знаю, как сказать. При переносе на кожу совершенно исчезает. Знаете, что он дает? Он дает сияние. То есть такое вот естественное, очень тонкое, красивое сияние на коже. Подходит вообще абсолютно во все сезоны, исключая, естественно, зиму. Зимой я стараюсь и вам советую использовать те румяна, которые приближены к вашим естественным румянцам. Так как если вы попадете на улицу и щечки ваши покраснеют, да, а вот здесь у вас будет какой-нибудь фиолетовый, например, цвет или какой-то персиковый, а здесь будет красный, будет не очень красиво, конечно, будет видно то, что вы прям накрасились. Но во все остальные сезоны я смело ношу персиковые румяна, и в частности вот эти. У меня осталось еще довольно много люксовых средств, как вы видите, наверное, по моим роликам. Я делаю для вас сравнение люкса бюджета, и есть такие ролики у меня, кому интересно, посмотрите, пожалуйста. Я оставляю все ссылочки обязательно либо в описании к ролику, всю информацию полезную всегда заглядывайте, пожалуйста, либо вот здесь наверху под восклицательным знаком параллельные ролики по параллельным темам. Я обязательно там упоминаю. Эти румяна мои фавориты, честно говоря, мне очень нравятся. Это настолько незаметный, невесомый цвет, а особенно если еще не затрагивать вот эти вот два прямоугольничка довольно темных, да, и воспользоваться только вот этой серединкой, которая вот, ну, совершенно-совершенно персиковая, то получится румянец младенца, действительно. Но кому подходят вот такие вот нежные-нежные персиковые румяна? Конечно же, девушкам со светлой кожей, тем, у кого очень смуглая кожа, постоянно загорелая кожа, не знаю, мне кажется, будут светловаты, мне очень нравится. Также эти самые румяна я использую в качестве тени для глаз на косточку, как я уже вам показывала в некоторых своих видео. Это темный цвет из этого матрасика, да, чтобы на лице преобладал как бы единый оттенок. Очень хорошая стойкость, они никуда не исчезают, они не смотрятся инородно на лице, и они и независимо от того, что они сухие румяна, они не выглядят как пудра. Да, знаете, такая перепудренность, пушистые щеки, мне это не нравится. Они выглядят очень естественно, дают такой перелив. Следующее средство, которое мне очень нравится, это две помадки. Вот одну из них я купила недавно, и поэтому еще коробочку для вас оставила, чтобы показать вам, что это за серия. Как пульки, они тяжеленькие. И это номер 712. Jelly Rouge серия Long Wearing Moisturizer Lipstick. Долго-долго, как пишет производитель, увлажняющая помада. Очень красивый, нежный розовый цвет. Естественно, подходит он мне не всегда, то есть только на светлую кожу, только под такой нежный макияж. Вот эта самая серия увлажняющая подходит для нанесения на щечки вместо румян. То есть действительно это очень многофункциональные средства. Опять же, аромат. Практически нет никакого. Легкий-легкий такой намек на какую-то ванильку. И это второй цвет, 709 из этой же серии, супер увлажняющий. Сейчас она у меня на губах. И уже довольно долго, часа 3 или 4. Ощущение у меня очень приятное. То есть она не липкая, вместе с тем она довольно устойчивая, она дает ощущение защищенности губам, это очень приятно.
Ну и цвета. Этот цвет, он чуть-чуть как бы доохромит, как вы видите. Между теплым и холодным. Очень явно теплые коричневые какие-то цвета, они желтят наши зубы. Этот не желтит зубы, наоборот, делает их визуально светлее. Ну и ароматы мне нравятся, упаковка красивая, не стыдно вытащить и показать. Единственное, ну, конечно, это лишняя тяжесть сумочки. В принципе, если у вас только одна помада люксовая, вот такая тяжеленькая, я думаю, вы переживете. Так, ну и у нас осталось с вами два средства декоративных марки Clarins. И сейчас я бы хотела показать вам вот такой карандашик. Такая вот мощная пигментация. Я наношу его полностью на все губы вместо помады. И потом поверх использую увлажняющую какую-то помадку похожего цвета, либо просто бальзам для губ. Lipner Pencil. И это 02 номер Ruby. Действительно яркий такой цвет. Когда он на губах, он дает такое ощущение вам. Очень плотный, очень яркий, очень устойчивый карандаш. Он не сильно сушит губы. Сейчас он уже впитался, и все, я не могу его практически стереть. То есть он водостойкий. Многофункциональность вот этих вот карандашиков от Clarins, она удивляет. Потому что они не сушат, во-первых. Во-вторых, они могут быть помадой, они могут быть в качестве подводки. Мне очень нравятся карандашики от Clarins. И финальное средство нашего ролика. Замечательный, потрясающий блеск для губ, который сейчас будет в фаворитах моей осени. Это вот такой вот винный цвет. Я уже использовала его. Как видите, он у меня уже не новенький. 07. Очень-очень такой глянцевый, красивый эффект. В следующем ролике он будет обязательно на мне. Это средство, которое очень деликатно съедается, не кусками. Он не полосит, он очень ровно наносится. Он выглядит богато, дорого. Вот такой вот красивый, очень винный оттенок. Переходящий в такой, видите, баклажановый даже. Очень модный, красивый. Аромат у него более сильный, чем у всех остальных средств. Аромат винограда. Были все средства от марки Clarins, которыми я с огромным удовольствием пользуюсь сейчас. Вполне возможно, что многие из них я приобрету снова, когда они закончатся. Если, конечно, у меня не будет к этому моменту море бюджетных средств, которые я с удовольствием сейчас также использую. Если вам нравятся ролики такого плана, то, пожалуйста, дайте мне знать, поставьте пальчик вверх, либо сделайте какой-то комментарий. Пишите в комментариях темы, которые были бы интересны лично для вас. Не нужно стесняться. Я люблю свою аудиторию. Я как актриса благодарна за своего зрителя. Я хочу, чтобы мой зритель получал как можно больше полезной информации от меня. Поэтому пишите, пожалуйста, о чем вы хотели бы услышать в следующем ролике. Что важно лично для вас. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!